Slowpoke News на канале Top Dota. Я так редко стал делать видосы, что даже пропустил этот охеренный инфоповод. Киберспорт официально теперь находится во втором разделе Всероссийского реестра видов спорта, на одном уровне с футболом и хоккеем. И что же это все значит? Сейчас разберемся. Поехали! Хочешь выбить себе аркан на Джаггера? Или может быть на СФ или Фантомку? Заходи на Tasty Drop. Пополняй баланс старыми ненужными скинами и открывай крутые сундуки, которых нет в Доте. У сайта открытый инвентарь, бесплатный кейс каждые 3 часа и куча вкусного шмота. А по промокоду в описании ты получишь плюс 10% к пополнению баланса. Только в эту пятницу. Второй раздел Всероссийского реестра видов спорта. Шо це за херня? Логично было бы предположить, что это очень круто и круче только первый раздел, правда? А хрен их на самом деле поймешь. Вот что об этом мне, например, сказала Википедия. Но точно мы знаем только одно. Футбол во втором разделе, киберспорт теперь тоже во втором разделе, а это очень хорошо. Кроме того, теперь киберспорт будут развивать на общероссийском уровне, как там было написано. И об этом уже говорит хотя бы то, что футбольные клубы начали собирать команды по Дотану. Сначала Анжи с хвостом, а теперь вот недавно еще и Зенит. И значит, возможно, что вы своего ребенка будете возить не на теннис и не на футбол после школы, как возили вас ваши родители, а на секцию Дотана, например. Звучит как минимум забавно. Ну и кроме того, теперь стало возможно проводить официальные чемпионаты, а также в теории получать различные звания и разряды. Об этом написано вот здесь. Так что шутки про КМС по Дотке теперь неуместны. Но лично для меня теперь еще более остро стоит вопрос того, что же, блин, такое киберспорт и что мы вообще называем киберспортом. Вас вот, например, не волнует размытость возможных определений этого слова? Ну серьезно, киберспорт — это ведь не дисциплина, это их совокупность. И признав весь киберспорт, засунув его во второй раздел реестра, мы сделали это как с Доткой и Counter-Strike, которые безусловно являются флагманскими дисциплинами, так и, например, с Warface и World of Tanks. И сейчас вообще все игры, в которые можно играть по сетке, это официальный, мать его, спорт. И я даже не знаю, хорошо это или плохо, правильно или неправильно. Почему весь киберспорт позиционируют как нечто единое и цельное? Окей, тут нужно соревноваться в виртуальном пространстве, моделируемом компьютерными технологиями. Мне так опять же в Википедии сказали. Но почему тогда все игры с мячом не объединить под каким-нибудь неймом типа «Мяч и спорт»? Ну а что, отличная ведь идея. Сказать, что в рамках «Мяч и спорта» команды соревнуются между собой за право владения мячом. Звучит, как по мне, охеренно. И что самое главное, сюда можно сунуть и футбол, и волейбол, и, например, какой-нибудь фаербол. Это, если что, спорт такой, который я только что придумал. Тот же самый футбол, но с горящим мячом. Чтоб веселее было. А почему нет? Ведь написать компьютерную игру и позиционировать ее как киберспортивную, это не так уж и сложно. Например, задоначная помойка под названием Warface, о которой я сегодня уже говорил, сейчас я является частью киберспорта, и на турниры по этой помойке будут с радостью тратить деньги из бюджета, если я ничего не путаю. И скриньте мои слова, если все будет развиваться именно так, то скоро мы увидим просто гору новых киберспортивных игр от отечественных разрабов, качество которых будет на одном уровне с отечественным кинематографом. Да и цели будут те же самые – вытрясти немного бабосов из бюджета. Так что, как по мне, включать целый класс дисциплин как одну дисциплину – это просто величайший маразм. И мне очень хочется, чтобы я ошибался и чтобы на самом деле были какие-то более внятные классификации, которые не позволят поставить Доту и какую-нибудь игру про члены из Steam Greenlight в один ряд. Но почему-то я об этих классификациях нигде не слышал. А что вы вообще думаете об этой новости с признанием киберспорта и как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что все компьютерные игры можно объединить в одно понятие лишь по одному признаку? Будет интересно почитать комменты и будет очень забавно, если я зря все это тут развел и где-то мелким шрифтом все же есть сноска со списком официальных дисциплин. Но на этом все, жду ваши комменты, ну если хотите подписки и лайки, это тоже будет неплохо. Я бы не отказался. Буду стараться почаще делать для вас видосы. Удачи!